Богослужения в честь праздника Воздвижения Креста Христова начались в Георгиевском храме вечерней службой в субботу 26 сентября. Возглавил ее благочинный церквей Видновского края протоиерей Михаил Егоров. В этот день в чтениях и молитвах вспоминаются события, произошедшие в IV веке, когда по приказу императора Константина его мать, царица Елена, была отправлена в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус. То, что некогда было позорным орудием смерти, орудием мучительной смерти, стало теперь орудием спасения, стало тем священным предметом, на котором Господь претерпел за нас крестную смерть, стало оружием нашего спасения. При раскопках было найдено три креста, на которых были распяты, кроме Христа, и обычные разбойники. Но какой же из них тот мученический богочеловека, принявшего смерть за веру? А тот, который был возложен на больную, и она чудесным образом исцелилась. Отсюда и название «Животворящий крест». По преданию, крест Господень был раздроблен на малые части и разнесен по всему миру. Сегодня мы с вами празднуем это событие, чествуем крест Господень, на котором Господь спас нас с вами от смерти, спас от власти дьявола. Воздвижение креста Господня – единственный 210-й праздник, в основе которого лежат не только события новозаветного времени, но и позднейшие из области церковной истории. Рождество Богоматери, праздновавшееся 6 днями ранее, преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве во имя спасения христиан. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.